ты дал ему забрать этот мяч. Ну и, наверное, претензии к партнерам, что дали вот так навесить. Во всей красе, во всей красе. Луис Фабиано забивает свой второй мяч в сегодняшнем матче, присоединяясь к группе бомбардиров. И я вам скажу, что возможно, если это не самый красивый мяч на нынешнем чемпионате, с точки зрения индивидуальных действий нападающего, то один из красивейших. Да, бразильцы остаются бразильцами, несмотря на все усилия их тренера Дунги. Так сыграл. Но мы же помним кадры черно-белой хроники. Пеле вот так вот, перебрасывая мяч, подыгрывая себе головой, перебрасывая мяч через защитников, забивал. И теперь это сделал Луис Фабиано. 29-летний нападающий бразильской сборной. Вы смотрите, не было ли там игры рукой, спрашиваем мы. Спрашиваем мы, и вы знаете, ахнул стадион. Во-первых, первый момент не было ли игры рукой. И вот сейчас то ли плечо, то ли рука. Но стадион ахнул, когда увидел повтор момента на табло. Контролировал мяч. Так, вот здесь, во-первых, смотрите, здесь была, по-моему, игра рукой уже. И еще раз. Друзья мои, это рука. Это рука, причем дважды. Раз, это рука, мяч прокатился. Может быть, неумышленно, но в результате, ну, смотрите. А это же вторая рука. Да. Луис Фабиано забивает нечестный гол. Тем не менее, бразильцы выигрывают со счетом 2-0.